Только представь 7 миллиардов человек. Кто-то сейчас просыпается, а кто-то только ложится спать. Кто-то поцеловал свою любовь впервые, а кто-то сделал это в последний раз. Кто-то сейчас стоит на коленях в слезах перед больничной койкой, а кто-то плачет от счастья. Возможно, сейчас умер тот, о ком даже не вспомнят. Возможно, сейчас родился мальчик, который заставит огромные стадионы петь вместе с ним. Кто-то сейчас врет, что больше не любит, а кто-то прямо сейчас врет в глаза человеку, который готов отдать жизнь за него, что любит его. Сейчас где-то парень пишет песню, которую будут напевать все подростки спустя сотни лет. Сейчас девочка допишет стих, в строках которого каждый найдет себя.